Два рейса авиакомпании Red Wings в Сочи и Уральские авиалинии в Москву сегодня не смогли вовремя вылететь из омского аэропорта. Пассажиры томились в ожидании. Сочинский рейс прибыл в Омск с задержкой в 1 час, поэтому его отправление затянулось. Вылет самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» было задержано из-за проблем в гидросистеме самолета. Ориентировочное время вылета перенесли на 15 часов по московскому времени. Более 200 пассажиров, среди которых 13 детей, сначала ожидали отправления в аэропорту Омска, а затем часть из них были размещены в гостиницах, некоторые отправились к родственникам. Как уточнили в транспортной прокуратуре, соблюдение прав пассажиров задержанного рейса контролировалось. Пассажиров в итоге отправили на резервном самолете. Какая техническая причина, пока представители авиакомпании нам не сообщают, поскольку еще не прибыл техник для осмотра воздушного судна. Данная техническая неисправность была выявлена в рамках предполетной подготовки воздушного судна к вылету.